Итак, дорогие дамы и господа, мы начинаем финальные бои весовой категории 77 килограммов Гран-при. Встречайте, боец является представителем бойцовского клуба Айто Люманас. Доктор Алиф Кубаныч. Его оппонента весовая категория 77 килограмма. Боец представляет бойцовский клуб Акбарс Энтебак. Встречайте, Джанабеков Алмамбет. Ошондуктан дем күчтөрүнө кол унутпайбыз. Болгон күчү менен колдойбуз. Бүгүнкү кечебиздин эң акыркы бүгүнкү таймашы. Дорогие дамы и господа, мы начинаем финальный бой. Весовой категории 77 килограммов Гран-при. Слева от меня, синий угол, боец представляет бойцовский клуб Айто Люманас. Боец является мастером спорта по боевому самбо. Чемпионом Кыргызской республики по боевому самбо. Бойцу 26 лет, боец рост бойца 1,88 м, вес 77 килограммов. Доктор Алиев! Справа от меня, красный угол, боец представляет бойцовский клуб Акбарс Энтебак. Боец является мастером спорта по боевому самбо, является победителем по версии ACB. Возраст бойца 22 года, рост 1,80 м. Встречайте, Джанабеков Алмамбет! Бойцы на середину. Сейчас.
Итак, дорогие дамы и господа, в первом раунде техническим нокаутом победу одержал Джона Беком. И является обладателем автомашины. Общее фото на память. Алмамет, Алмамет, бүгүнчөйүн, Алмамет, бүгүнчөйүн кут болсун. Ушул жеңиште каалоо тилектерим болсо ушуга айтып кет. Салам алейкум, азат болгон. Силердин меймандостугуңарга рахмат. Мен силердин байсыңарды мусанда эстеге деп айтам. Чоң рахмат силерге. Кыргызстан Чон рахмат, общее фото на память.